Йо-хо-хо, привет тебе. Я Коперник, мы все еще смотрим, чем бы здесь... Здесь мы еще кучу всего не сделали. Кучу всего не сделал. Короче, папаню будить не стоит. Значит, это будет ебаный пиздос. Мне кажется почему-то, что... Вся эта фигня... I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Пароль 100% должен быть. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Где-то в его комнате. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Это просто стопудеево. Ну просто негде больше. Light on. Да будет свет. Кстати, это игра под названием «Невообразимые приключения капитана Спирита». Играть. Ну-ка. Ну что, папаня не проснулся, нам пиздов не вломил. Можно было на потолок, блядь, наблевать. А где музыка? Он просто лежал под тишину. Пардонте. В чем, блядь, прикол? Понятно. I love listening to Mom's old records. I'd be boyin' you. Dad loves his cancer sticks. Раковые палочки. Wonder what they taste like. Я думал, где, блядь, музыка? Спортивная сумка. I could use this to make some cool armor. Броню из спортивной сумки? Ты в черепашку хочешь нарядиться? Yes. Что это такое? Ты в курсе, что им... My suit is almost ready. Почти готов. Краску раздобыть? А каску? Точняк. Короче, здесь лежит плейбокс. Где найти блядские пароли? I sense danger. Mantroid must be in the area. Я просто думал, типа, ну... 2012. У нас уж сердце нарисовано. Думал, пиздец, пизда-то все будет. Так. Так, папаню нельзя будить, иначе он сейчас наорет. Короче, это ж нехорошая женщина придет. Будет хрень умается, короче, нехороший. Здесь что у нас? Ничего. Блять, да где он, сука, может, на потолке может где-то ныкать? Серьезно? Ноутбук. В ноуте ничего нет. В письме вряд ли будет пароль. Странно. Нифига себе, даже так. Даже так. Что мне еще можно сделать? Открыть холодильник. Похрену. Что еще можно, что-то сожрать надо или... Давай бахнем молочка еще. I
feel the power. Feel the power. Все. Странно. Может быть, я что-то не понимаю, открытка посмотреть. I've never seen a beaver around here. Бобров здесь. А, пиздёж, короче. Взять ключи от машины, конечно же, взять. Нехуй. А что мне, ну вот, типа, ключи есть. Что значит вот этот сундук, блядь, который мигает? Миска для мелочей. Телефон. Может, мусор вынести, пока папаня спит? Похрену. I hate that beer can smell. Сейчас как он в мусор буду выбрасывать? В носках похуярил. А, нормально, что там? Все хорошо. Все заебемба. Пемба заебемба. Так. Наверное, отключи от машины. Нифига. Слушай, а как этот сраный костюм доделать? Как его найти, этот, как его? Пароль. Хоть что-нибудь. Don't worry, people. Captain Spirit will always protect you. Да, если он, блядь, свой костюм не соберет, как он защитит? Ну? Все же есть уже, нет? Теперь я могу сделать костюм призрака. Думаю, у нас есть все, что мне нужно. Ну, сделай. Как сделать это? Шапочку из фольги сделать. Хуй знает, но... Цель переместить камеру за другое плечо, понятно. Да нихера. Может, этот номер заметка и есть пароль? That has a secret. 5-5. А, 3-5, 2-6-6, 8-4-6-9. 3-5-2-6-6-8-4-6-9. Еще раз. На всякий случай. 2-6-6. Может, это пароль? Какой-нибудь. I need a pin code. What is it? А, блин, я забыл. 8-9, там 5-4. 8-9. Нет. Странно. Странно. Еще раз проверимся. Там же. 5-4-8-9. 6-8, блядь, сейчас. Секундочку. Короче, что мне буду заморачиваться? Я просто... Сфоткаю все это дело на телефон. Сейчас. Так вот. Шпек. Все. Сейчас все сделаем. Может, позвонить можно по этому номеру телефона? Давай попробуем. Разблокировать. Ну-ка. 5-5. Бляха. 5-5-5-2-6-6-8-4-6-9. Хуй-то там. Блин, ты серьезно? Ты серьезно? А может быть... Какая-то новая мамзель. Его. Звонить Ауде. Что за Ауда? Welcome to Kitty Club. Meow. Odessa speaking. Oh. Hi. You sound like you're looking for a kitty cat tonight. My dad won't let me have a cat, but I would love... Your dad? What? Christ, who is this? How old are you? Hello? Понятно.
Одесса. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, да ёпта, бля. Да ёпта, бля, нет, этот номер телефона мне не нужен. Нам с путанами не по пути. Какие кошечки, какие кошки? Мне отец кошку не разрешает завести. Нормально, папаня развлекается. Парк Вестланд. Может, где-то в книге замычка? This has to be mom's. Нет. She liked art. Ooh, that looks scary. I should Блин. Read that. I'm frozen. Я замерз. I must build a fire. Must be fire. Must be fire или как-то. О. Ну давай, разжигай ненависть. В печке. Goodbye, log. Ну, вот другое дело. Сжечь. Гори, сучка, гори. Ну, чтоб так же хата не сгорелась нахер. Что там используете, что? Небе. Понятно? Где-то в задристном сортире, может быть, что-то из зеркала. Взять интервью. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Бобриный крик? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Я сокрушу Мантроид. My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job, and that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Может быть, пароль 7? Как я могу еще использовать? Now that, hero. Я уже взяли пароль 7. That closest at notebooks. Так, что я не мог раньше посмотреть? Игрушечный динозавр. Ну, смотреть на вискарь неинтересно, на папу тоже неинтересно. Давай просто попробуем 7, Эриксон. Просто блядский 7. Может быть, это поможет. Странный пароль 7 и все. Ну да, странный пин-код был бы за одной цифры. Ну ладно. Блин. Да, номера публичного дома вряд ли это был бы пинчик. По-любому тогда будет 4 цифры. Скорее всего, это какой-то год. Может быть, год, когда он начал играть, или год, когда что-то еще.
Посмотрю-ка я пока что это дело в интернете. Если что, сейчас вернусь. Секунду, ну просто тупить не очень круто. Ну, короче, я посмотрел. И там человек просто подходит, действительно, вот сюда, к фольге, у него загорается взять. Берет эту всратую фольгу и все. Ну, у меня это не работает. Так, инвентарями ключи. Ебатина. Жестит. Короче, просто человек подходит, у него все работает. У меня ничего не работает. Окей. Я просто... Он какую-то вот две шоколадки цепляет себе на бошку и все. Все у него хорошо. То есть с того выхода нельзя выйти. А, то есть тут дверь вы не открываете зимой, а это открываете. Хорошо, блядь. Окей. Круто. Красиво, реально красиво. Тир? Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. Сейчас ебанем по банкам, сейчас по папе покидаем снежками. О, нифига себе. Нормально папаня 3 литра пива всосал, сверху еще пол вискаря. С утреца. Ща топово. Ну, дай-ка ебанем. Так вот, в стекло. Сука, мимо. Можно еще взять? О! Сейчас попробуем. Могу и стекло реально кинуть. Сука. Мимо. Какие сосны гигантские. Еще стекло разбил, да? Так. Я что-то сделал. А. А, мне показалось, что... 1-1-4. Запоминаем 1-1-4. Ебанем ты снежку, давай-ка ебаном бы сделаем сейчас. Может быть, на ступеньках где-то какой-то пароль. Эх, хрен. Странно было, чтобы пин-код состоял из трех цифр и был номером дома. Хотя, в принципе, он каждый раз заходит, типа каждый раз видит. А, у меня пин-код 114, если я вдруг забыл. Extra bonus points unlocked. Очень увлекательно. Просто капитан Призрак сегодня у нас 10 из 10. Так. Не, красиво. Красиво. Не знал, что здесь может быть 100-500 миллионов финальных финалок. Куча мусора. Maze of Doom. Captain Spirit heard about the secret treasure inside. О, там клад капитана призрака. Точно. В куче говна. Поползли. Ух, нифига себе. Точно, я сейчас себе на руки намотал эту хуергу. Сейчас-то баба начнет смотреть на мои руки и ничего не увидит. Следов. Так. Пойти налево, пойти направо. Будем придерживаться правила правой руки. Ну-ка. Еще раз направо. You better look at that map again. На карту?
меня есть карта? Я могу подняться с трибуны на пивных банках. Понятно, то есть надо было их... Тут все-таки налево, да, надо идти. Понятно. То есть надо было сбить эти пивные банки. Хорошо, сейчас. Ты прикалываешься, блядь? Я шо, в груди мусора заблудился? Реально? Блять, налево пойдешь, нихуя не найдешь. Направо пойдешь, нихуя не найдешь. Серьезно. I'm lost. Help. Надо идти на свет, реально. Типа налево. Реально, направо пойдешь, нихуя нет. Налево пойдешь, нихуя нет. Серьезно. Как, блядь, найти? Направо пойдем. Ты серьезно? Да куда, блядь? Куда, сука, идти? Так, здесь доска какая-то. Пошли направо. Должен же быть простой путь. Может, по доске надо по этой ориентироваться, которая здесь висит? Все, сейчас налево. Какая-то подсказка должна же быть. Сначала направо, потом налево. Просто думал, по доскам, по этим, судя. Типа, да, доска направо смотрит, вторая налево. Охуительно. Куда ни иди, везде жопа какая-то залупа. Так, давай выйдем, посмотрим снаружи. Ты серьезно? Давай смотрим, куда нам надо идти. Ничего не нашел. Так, смотри, вот эти пошел такой. И все. Тут нет ни поворотов, ни направо, ни налево, нихуя. Не вижу, там вот эти доски и ведро. А потом куда? Потом куда-то, блядь? Две части карты. Мне где-то еще надо высрать карту, короче, блядь. Хорошо. Так, сначала надо убить все пивные банки. Части карты, строй тир. Давай быстрей. Сейчас надо попасть по всем пивным банкам. Это будет заебемба. Пемба заебемба. Сейчас, ну-ка. Так вот. Бум. Одна осталась. Ну-ка. Да. Еще одна валяется. Грязная банка. Сейчас я тебя выбью. Сука, не падает. В смысле это... Это я неудачник, это ты мажешь, неудачник. Я попал по ней. Боги видят.
These cans must be protected by a force field. Да реально защищены? Я не могу по ней попасть. Она упала как-то боком, блядь, на бок. Есть. Вот, смотри. Получили. Бабанком постреляли. Так, дальше. У меня есть ключи от машины. Можно съездить к тем кошкам. Ну, кошки это круто, я люблю кошек. Там говорят, кошки есть. Сейчас я сяду в пикап. Сейчас сяду в пикап и поеду к кошкам. Посмотреть и осмотреть. Угу. Оу. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Так, пишет доктор Тимора Фолман, заправитель социального обеспечения. Я курирую на начальной школе. Извинись, нашего округа была признательна, если бы Уинстон Крисман на следующий основной понедельник. Наш офис по адресу Уолл-стрит. Вопрос, обратитесь в наш офис. УСОБК. I wonder if Dad will teach me how to drive. Так. Здесь он открывает ворота и сразу же их закрывает, да? Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Dude, the freaking key should be inside the house. Дома ключ, еще один, ёпт. Sucks we don't use this landing bay much. It sucks we don't use this landing bay much. So... Ну вот я открыл уже. А типа открыл и закрыл, да? Блин, понятно. Сратый ключ это еще дома должен быть, да, по идее? Снеговик. Его сейчас надо будет раздолбить. Точно. Оу. Как старик, пойду хуярит. Сейчас мы тебя раздолбим. Снегомутант. I can't fight Snowmancer looking like this. No fair. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Снегомант. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Ух, ни хрена себе. Ну, совсем злой глянь стал какой-то, а? О-о-о, блядь. Вот это дичь. Реально дичь. Надо его будет убить срочно. Весь в бычках. Вместо волос бычки. Неплохо. Ежика сделали. Ну? Века просто. Силы эпилепсии, помоги. Все умер. Все, одолели. Я же одолели. Now the Snowmancer is ready for battle. Yeah.
Хорошо, сейчас он примет бой, блядь. Сейчас он... Кстати, прикольно, блядь, следы на снегу остаются. Из этого ФПС просаживается дико. Где мой ФПС, Блебовский? Где мой ФПС? Сейчас смотрю на следы и... Просто вижу лаги. Может, наверх пойдем, посмотрим, что там происходит. Behold, the flying fortress. Вот она, летающая крепость. Behold, как это мы уже видели? The flying fortress. Блин, ну этот раз не навернулся, ничего, все нормально, все хорошо. Может, здесь пинчик от папиного телефона валяется где-то? Дозорный пост, кукла. Секретный тайник. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Что же в нем? Open sesame. Оу. Какие-то фотки. Секретный дешифратор. Мини-комиксы. I loved watching Mom draw her comics. Harry did say... This is my worst report card. I'm doing better now. Математика 4, физра 3 с минусом. Да, соплечок растет. Ну-ка, ну-ка. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Никто их не понимает. Maybe I can use this to Смотри, значит, заходишь. Сначала направо, потом налево. Направо. Так, это четверка, что я не понимаю, что это за говно. После четверки налево. С какую-то хуйню какую-то обогнуть. Конечно, взять. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Нифига себе. Так, полная карта моего приключения. Хорошо, хорошо. Зажечь сигарету. Что бы это ни значило. Зачем ее зажечь, правда? А, типа курильня, курительница. Slow, like Dad. Ай-яй-яй-яй-яй, курить плохо, курить вредно. О-о-о. Stop. Пыхнул. Разочек. Неплохо так. Так, кукла. Секретный тайник. Здесь мы уже были. Лестница, дозорный пункт. Кукла. Проверить. Небесный пират. Как ты тут, братишка? Long time no see. Is everything okay up here? Aye, aye, Captain. The sky is clear for now. It's good to know you're on the lookout. Keep it up. Нормально посидели, пыхнули, блядь. Ну, секретно ты не китай. Keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the ice queen. Ice cream, мороженое? А, ice queen. That's Noctarius's son. He looks like his dad. Такой же шлепок. Что за дозорный пост? Серьезно. Морозный воздух.
amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend. Классно. We all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Офигительно красиво. Да. Да. Может, здесь пароль какой-нибудь будет где-нибудь? Хорош валяться. Красиво, красиво, красиво. Хорошо нарисовали, молодцы. Молодцы, действительно. Мне нравится. Ну что, здесь, в принципе, мы все, что можно, взяли. Пора двигать. Пора двигать за сокровищами, понимаешь? За сокровищами капитана Спирта. Капитан Спирт, он, блядь, не это тебе не то, понимаешь? Это тебе не то. Фризы начались, не пойму. Так, этого негодяя мы победили же, вроде нет. I bet the что? Ice giants are watching me. Waiting. Фризы начались дикие. С чего? Ну и ладно. Мы раздобыли карту, смотри. Мы раздобыли карту, и сейчас пойдем прокрадемся. Мол, сначала налево. Ой, направо. Потом налево. Потом какой-то крюк. Поползли. Пиздюк. Вот другое дело. Как? Ладно. Сначала направо, точно. Потом налево. Потом какой-то кругаль. Ну? Я же нашел ссаную карту, серьезно. Там же написано направо, потом налево. Может, всю жизнь налево потом, все время? Там был такой заворот. Налево, 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 постоянно налево, налево, налево. Сейчас, секунду. Без понятия. Серьезно, без понятия. Уже битый час уже по этим ссаным тоннелям хожу. Но мне кажется, сейчас вот, ну видишь, просто слева же свет. Налево, там же свет, блядский, светит. Вот, 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 иди, 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 иди. Ради всех богов. Я с тебя охренею, пацан. Как, блядь, можно было проебаться? В тоннеле 5-метровом.
Не, ну все-таки красиво. I forgive you, mother, I can hear you, and I long to be near you, but every road leads to классная музыка, музыка классная. Блин, прикольно. А вот что, значит, супергеройстве. Причем помешан, потому что... Есть фотка, где он с мамой в супергеройском костюме. Приставка играли. Классно. Mom was so pretty. I miss Mom's smile. Ну что, давайте на этом, наверное, закончим. В следующий раз мы, блин, 1.1.4 сейчас попробуем, подожди, на телефоне попробовать эту фигню. Неужто номер дома? Неужто батяня такой офигевший? Все лагает дико. Почему-то, я не знаю почему. Видимо, игра ломается. Ня. Нифигашеньки. Давайте-то в следующий раз попробуем. О, какие фрезы. В следующий раз попробуем что-нибудь сделать с этим, да? А пока что спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся. Пока-пока.